6 декабря в здании администрации городского округа состоялся научно-методический семинар на тему «Стратегия государственной национальной политики. Механизмы укрепления единства российской нации и предупреждения межэтнических конфликтов». Организаторами данного мероприятия являются руководители и преподаватели Башкирской академии государственной службы управления при главе Республики Башкортостан. Семинар в нашем городе для организаторов не первый. Всего запланировано 9 подобных мероприятий в различных городах республики. Мы, запланировали 9 таких семинаров. И каждый центр, вот, например, сегодня в Кумертау съехались представители 9 районов и городов нашей республики. То есть это некие такие зональные совещания, в рамках которых уже мы проводим свои мероприятия. В рамках реализации научно-методического семинара разработан целый ряд мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации. Каждый семинар состоит условно из 2 блоков. Из информационного, когда, собственно, мы освещаем о современных тенденциях развития межнациональных отношений, о том, какие мероприятия, например, полезно проводить на местах с тем, чтобы укреплять межнациональное единство, которое исторически сложилось в нашей республике, и, соответственно, интегрировать в наше пространство многонациональное тех людей, которые приезжают к нам из стран бывших Советских республик. Как и в любом обучении, без практики никуда, так и в сегодняшнем семинаре. Во втором блоке участники сами разрабатывали желаемые мероприятия. Мы сами, участники сами вырабатывают комплекс желаемых мероприятий, под которые можно разработать проекты, под которые можно, например, уже потом продумывать финансирование соответствующее, опять же, в рамках реализации стратегии государственной национальной политики. На сегодня эти вопросы очень актуальны и вызывают живой интерес у всех участников нашего семинара. Такие научно-методические семинары продлятся до середины декабря. Заключительный пройдет в столице нашей республики, в городе Уфа. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».